Dragi prieteni, vă salut! Sunt Diana Rotaru și astăzi vă invit să descoperim sudul țării. Vom merge în Găgăuzia, acolo unde vom fi mai aproape de cultura, istoria și tradiția acestui popor. De la kilometrul zero, pornim spre o nouă aventură! Cântecele și dansurile populare, costumele naționale brodate cu ornamente specifice, bucatele tradiționale, dar și vinul aromat sunt mândria găgăuzilor, care s-au stabilit cu sute de ani în urmă pe teritoriul Moldovei. Mărturii ale spiritualității acestui popor de origine turcică pot fi găsite în singurul muzeu de istorie și etnografie a găgăuzilor din satul Beșalma. Mesele de sărbătoare ale găgăuzilor sunt pline cu bucate tradiționale, unele din ele fiind o descoperire pentru mine. Și tu mi se vede buzi în gătorii? Gheuzleme. Cap? Gheuzleme. Gheuzleme. Ați înțeles, da? Gheuzleme. Găgăuzii se mândresc și cu singura fermă de cai din Moldova. Herghelia a devenit un punct de atracție important pentru iubitorii de cai și pentru turiștii care doresc să se plimbe cu un Bentley găgăuz. În țara noastră, Găgăuzia este o regiune autonomă de dimensiuni mici. Ea se află în extremitatea sudică a Moldovei, de aceea, pentru a reuși să descoperim Găgăuzia, pornim la drum dimineața de vreme. Cunoaștem că în localitățile din autonomia găgăuză se vorbește într-o limbă soră cu turca, dar și în limba rusă. Așa că pentru a mă înțelege mai bine cu localnicii, voi vorbi în limba rusă. Găgăuzia! Văd aici scris Comrat Dolai. Nu știu ce înseamnă, dar vreau neapărat să-i cunosc pe ei și să-i întreb să-mi povestească mai multe. Mergem! Nu mai am ajuns în satul Beșalma și văd o petrecere aici. Merg să particip și eu! Добро пожаловать в Гагаузию, село Бешалма. Очень красиво. Так у вас встречают гостей, да? Угощайтесь, пожалуйста. Прямо соль. Ага, по традиции. По традиции в Гагаузии встречают с хлебом, солью и виноградным соком. Очень красиво. Я не ожидала такой встречи. Огромное вам спасибо. Даже у меня эмоции. Я уже начинаю любить Гагаузию. Так что спасибо вам большое. Заходите к нам и видите уже еще все много чего. Конечно, конечно. Я за этим пришла. Идемте. Здравствуйте. Здравствуйте. Диана Ротару. Людмила Марин, директор музея имени Дмитрия Карачебана. Очень приятно. Спасибо большое. Девочки, спасибо.
Спасибо вам за яркую, приятную встречу. Приходите к нам еще, мы очень рады гостям. Неожиданно вообще, спасибо. Добро пожаловать в наш музей. Я ознакомлю вас с гагаузской культурой, историей и традицией гагаузского народа. Прошу вас. Обяжтек, у нас кто-то. Вот это наш зал истории, первый зал. Mm-hmm. Людмила Дмитриевна, у меня такой вопрос. Когда я заезжала в Гагаузию, я видела надпись «Гагаузия, комрад...» Долае. Долае. Что это значит? Это значит начало Камрадского района. Комрад Долае, Камрадский район. В Гагаузии, на территории Гагаузии, есть три города, три района. Камрад, Чадырлунга и Вулканишт. В Гагаузии вообще 27 населенных пунктов. Три города и 24 села. Тогда расскажите мне, как гагаузы попали в Молдову? Гагаузы попали сюда, на эту территорию, на территорию Буджакской степи, намного раньше, чем образовалось молдавское государство. Наши предки вначале жили на Алтае, потом в Средней Азии. Как народ они сформировались на Балканах. И здесь, в Буджаке, 1400-е годы уже были гагаузские населенные пункты. Второй поток гагаузов с Балкан – это 1750-е годы. И вот после русско-турецких войн третий поток пришел сюда гагаузов. Но приходили сюда они именно с Балкан. Объясните мне, пожалуйста, что такое гагауз? Существует несколько версий происхождения этого слова. Одна из самых популярных таких версий – это тюркское, гёк-огузское происхождение наших предков. Гёк-огуз? Это звучит как гагауз. Да, по версии ученых, именно слово трансформировалось. Да. И вот нынешнее звучание названия древнего народа сегодня – гагауз. Я знаю, что гагаузы, они православные. А правда, что раньше они были мусульманами? Наши предки, они никогда не принимали мусульманскую религию. Вначале они были язычниками, потом, по утверждению некоторых ученых, они приняли тенгрианскую религию. Это тоже много богов, но все эти боги подчиняются богу неба, богу Тангры. Вера называлась тенгрианство. После тенгрианской религии была принята христианская религия. Это принятие было на Балканском полуострове в 13 веке. Это очень убедительный ответ. Расскажите мне, что у вас дальше? Дальше история и опять этнография. Пойдемте. Знаете, вот этот стол мне напоминает мое детство, когда я у бабушки кушала за таким столом на такие маленькие стульчики. Только вот таких у нас не было. Вот что это? Такое легкое? Да, это тыква, декоративная тыква. Тыква? Да, она просто по территории, да. Она растет, успевает созревать здесь, на юге Молдовы. И вообще говорят, что в мире очень мало мест, где созревает эта декоративная тыква. На гагаузском это сусак. Его используют для хранения воды. И удивительное свойство этой тыквы. В течение суток вино будет держать и цвет, и вкус, не потеряет свой и запах. И запах. Никогда вода, находящаяся в этом сосуде, не согреется. Это она держится... качество термоса имеет, да. Очень красиво. Вы знаете, у входа в музей я заметила памятник. Кому он поставлен? Памятник поставлен Дмитрию Карачебану, основателю нашего музея. Да, я слышала. Это человек, который родился, вырос в Бешалме. Он прожил только 53 года. После него осталось большое культурное наследие. Около 50 картин, около 60 скульптур, около 40 киносюжетов. И самое главное, что на сегодняшний день, пока, к сожалению, он остается единственным профессиональным поэтом. И он напечатал 12 сборников рассказов, пьес, стихов. Вижу здесь у вас наш национальный флаг. Очень приятно. И этот ваш гагаузский флаг. Расскажите мне о значении этих цветов. Красный цвет флага означает тюркскую кровь. Да, да, как он. Белый цвет, белая полоса означает миролюбие, да. Невоинственный настрой и добрую половину, небесный цвет.
цвет, цвет неба. Три звезды – это есть тоже два вида описания. Это прошлое, настоящее, будущее нашего народа, нашего государства. И еще можно сказать, что у нас три города. Камрад, Чатырлунг, Вулканишты. Это тоже может войти в описание. Следующий зал у нас зал этнографии. Пройдемте посмотрим. С удовольствием. Это образец гагаузского жилища. Когда наши предки впервые попали в Буджак, да, они увидели очень тяжелые условия жизни. Здесь удивительно, солнце сильно печет, и совсем дождей не бывает. У нас испокон веков особое отношение к воде, так как дождей нет. И да, вода у нас только артезианская земли. Человек, который приносит тяжело воду, он, принеся домой, он никогда не ставит на пол или куда-нибудь в какое-то непонятное место. Ведра с водой обязательно ставятся или на стол временно, или в основном подвешиваются. Это особое отношение к воде. Интересно, сколько им лет? Лет, я думаю, что где-то намного больше ста. Больше ста. Да. У нас была такая особенность строений. Первые поселенцы Буджака, они, увидев именно те условия погодные, которые здесь имеются, дома строились в землю, примерно на 1,5 метра. Из-за невысокого расположения крыши просто-напросто они могли сохранить свое жилище. Я провела вас по залам музея. Спасибо. Вы увидели нашу экспозицию. А теперь хотелось бы ознакомить вас с некоторыми нашими традициями. Другой сюрприз. Другой сюрприз. Меня впечатлила ваша встреча, так что я готова. Пойдемте. Пойдемте. Фольклорный коллектив «Сидеф» в переводе с гагаузского означает «жемчужина» представит вам традиционные посиделки и споет народные гагаузские песни. Очень интересно. С удовольствием посмотрю, послушаю. Прекрасные голоса, спасибо вам за этот сюрприз. Для меня вообще премьера участвовать в гагаузских посиделках. Так что спасибо вам. Și mergem mai departe pentru că mai am multe de aflat și de descoperit. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне сказали, что я могу здесь у вас поселиться. Угу. Мне кажется, что вы мне знакомы. Вы не встречали меня с танцами и песнями да, в музее? Я. Да, это я. Так у вас был цветочек и другая одежда, да? Да, это я. Это вы. Очень да. Приятно. Я Диана. Я Мария. Ну? Пошли, я покажу вам комнату. Давайте. Здесь у нас одна комната. Ой, как хорошо. Прохладненько здесь. Вот тут у нас баня. Угу. О, большое зеркало, очень просторная комната. Есть горячая и холодная вода? Горячая и холодная вода всегда есть.
Ce tare! Pentru asemenea condiții chiar mi-ar plăcea să stau aici, dar vreau să văd ce găsim mai departe. Mai ales că pe timp de caniculă pot să fac și un duș mai rece. Da, красивый цвет, салатовый, он такой успокоительный. Шкаф большой и кровать, огромная кровать, то, что мне нравится. И моя новая подружка. Да, se pare că astăzi nu o să stau singură aici și am găsit o prietenă foarte bună și foarte cu minte. Давайте пойдем дальше, если есть еще что-то посмотреть. Заходи, вот еще одна комната у нас. Se pare că e o cameră mult mai mică, în culoarea roz, mai mult pentru fetițe. Знаете, мне больше нравится вот та комната, потому что она просторнее, зеленый цвет такой успокаивающий. Хорошо. И сколько стоит? 200 леев. 200 леев? Да. И с завтраком или без? И завтрак. О, супер! Ați înțeles, 200 de lei, mic dejun, cazare, la doamna Maria, o doamnă atât de scumpă și de frumoasă. Aici, în satul Beșalma, puteți să veniți oricând să vă cazați, să vă simțiți foarte bine în Găgăuzia. Da. Все, e gătovă, хочу пойти за вещами. Da, можете пойти за вещами. Ты умеешь готовить? Да, умею. Хочешь, я тебе покажу нашу национальную кухню? Хочу. Я же за этим пришла, учиться, все видеть. И одень тебе костюм национальный. Мне очень понравились эти, да, костюмы национальные, такие цветные. Идемте, да? Идемте. În a doua parte a emisiunii vom intra în bucătăria găgăuzilor să aflăm secretele culinare. Apoi veți afla de ce turiștii care vin odată la Hergelia de la Cea de Lungă doresc să se mai întoarcă odată. Iar la final vizităm o expoziție unică cu exponate confecționate de copiii găgăuzi. Ну как я вам? Очень красивая, настоящая гагаузка. Ух! Вот выдам вам, тут замуж выйдешь. Замуж? За гагауза. Вау! У нас в гагаузе такие хорошие парни есть. Угу. Останешься у нас, украдем вас и все. У вас воруют девушек? Да. Вот которые любят друг друга, если девочки на стороне не дают родители, вот парень приходит со своими друзьями, берут эту девушку, относят домой. И целую неделю она никуда не выходит. Так. Потом, когда родители их девушки узнают, что она там, некоторые простят, а некоторые всю жизнь не прощают свою дочку. Но есть некоторые прощают, слабеют, а некоторые совсем не прощают. Asta înseamnă tradiție, asta înseamnă istorie. Да. Очень интересно. Раз вы говорите, что я похожа на настоящую гагаузку, мне надо научиться готовить по-гагаузски. Что мы сегодня будем готовить? Гюзлемю. Как? Гюзлемю. Гюзлемю. Ați înțeles, да? Гюзлемю. Se numește acest fel de nu știu ce. Dacă vedem aluat, probabil e vorba de plăcintă. Deci, що еще у нас есть? Брânză, яички и перепелы. Ага. Брânză, ou, niște mărar și făină. Ну, давайте. Садитесь. Я готова? И я готова. Первую я буду делать, вторую ты будешь делать. Хорошо. У нас готовое тесто. Да. Сейчас я его так, угу. так ставлю. А сейчас все ставлю. Брынзу. Откуда это брынза? Это брынза из коровы. Ваших коров? Ваших, наших, да. Так у вас есть время? Есть, и для этого. А что делать? Надо же, чтобы все было дома. И для внучек. Да. И для детей своих, и для правнучек. Всем надо помогать. Все это одна готовка. Сейчас я тебе даю. Как? Так быстро? Да, сейчас ты будешь готовить. Ага. Давайте, да. Пожалуйста, и начинайте сами готовить. Давайте, расскажите мне про этого блюда. Про этого блюда. Это блюдо взялось в древнем веку уже, когда прабабушки уже мне были, они знали. Да.
До сих пор мы его каждый, ну, когда мы хлеб готовим, все равно всегда и готовим. Да. Без зерна. Угу. Было всегда у нас хлеб без зерна. Какие у вас еще национальные блюда и из чего они готовятся? Вот когда мы, наоборот, например, режем баран. Да. Мы каждый, когда режем баран, делаем каурму. Угу. Так называется, готов. Да? Каурма. Каурма. Это, знаете, откуда берем мясо? С этого... Шейки вниз. Самое сладкое мясо там, и мы это делаем каурму. А еще? А еще что? Мы часто любят гагаузы, очень любят сарма. О, сарма готовим. Сармали. Очень много мы готовим. Угу. Ну вот, тесто я раскатывала. Как, хорошо? Очень хорошо. Ой. Сейчас я вам даю брынзу. Да. Поставьте брынзу. Да. Так, немного. Да-да-да. Одну половинку ставится, другую нет. Да. Все, хватит. И сейчас это поворачивайся. Да. В ту сторону туда. Ой, какая у меня большая получилась. Очень красивая. Один раз покушаешь, и что ты будешь? Ай, все, больше ничего не надо кушать весь день. Да. Да. Лепим фарте бине марджина. Ну и что мы делаем дальше? Я сейчас поставлю сковородку, буду поставить масло, поджарить. За 3-4 минуты они готовы. Deci ați înțeles. Ghiuzle meu se pregătește foarte repede. În 3-4 minute va fi gata. Vreau să văd rezultatul. С удовольствием тебе покажу. Ой, я с удовольствием это попробую. Oh, astăzi am fost o gospodină bună. Sper că m-am descurcat, am primit și laude din partea doamnelor care m-au ajutat. Am învățat și noi termeni găgăuzești din bucătăria tradițională, așa că pot să mă mut oricând în Găgăuzia. O să vă prezint și vouă așa câte puțin din toate bucatele care sunt aici și care îmi dau așa din ochi ca să gust mai repede din fiecare. Ghizlome, ia priviți ce frumoase sunt pentru că le-am pregătit eu. Așa. Avem aici și patlagea mange din roșii și ardei. Trebuie să fie foarte bună. Avem sarma, deja bine cunoscutele sarmalele și la noi. Cârma, atenție, cu 2 de E. Sunt baba albă, se spune la noi, așa, cu multă brânză și cu mult ou. Și mai avem aici caurma. E fripturica de miel, care îmi place mie. Fripturica de miel tinerel. Așa, mai avem ardei copți cu brânză. Avem și suc natural, de toate pentru toți. Așa că vă invit la masă și haideți să gustăm din fiecare. O să încep, cred că mai întâi cu ghizlome. Am pus și mărar, am pus și brânză, am pus și ou. În sfârșit, momentul de relaxare. Mai lăsăm loc pentru toate. O să gust din cârma. Tot cu brânză e. E din foietaje. Doamne, dar ce bună e! Așa. Patlagea mange. Pentru blondine. Roșii și multă ceapă. Da, s-a pus și multă ceapă aici. Și ardei copți, preferații mei. Aș adăuga un pic de sare. Și sărmălutele. Dinișă de mesei mele, împrejur cu nemurele. Cântăm, mâncăm, ne simțim bine în Găgăuzia. Foarte bun totul. Ce-mi rămâne decât să am doar cuvinte de laudă pentru bucatele tradiționale găgăuzești?
să învăț să le fac și eu, pentru că chiar se aseamănă foarte mult cu bucatele noastre. Baba, n-am gătit-o eu personal niciodată, dar o să încerc să gătesc și baba albă, cârma. Eu am înțeles că în Găgăuzia se mănâncă foarte bine și foarte sănătos pentru 150 de lei de persoană. Nu ne rămâne decât să venim aici și să ne simțim bine, pentru că vom fi primiți foarte cald. Orașul Ceadărlunga este al doilea centru urban al Găgăuziei. Este locul unde activează o crescătorie de cai renumită nu doar în țara noastră, în spațiul CSI, dar și în statele europene. Am profitat de ocazie și am tras o fugă până la Herghelie. Aici am văzut pentru prima dată atâția cai de rasă pură, care au fost scoși la păscut pe teritoriul din apropierea fermei. Sunt atât de frumoși încât te atrag ca un magnet. Cei mai tineri sunt și foarte jucăuși. În Ceadărlunga am găsit unica fermă din Republica Moldova specializată în creșterea cailor de rasă de orlov. Vreau să aflu mai multe despre această rasă, de aceea vă invit să mergeți cu mine. Здравствуйте. Здравствуйте. Диана Ротару. Константин Келеш. Очень приятно. Знаете, я впервые в Гагаузе, впервые здесь у вас. Хотелось бы узнать побольше о вашем хозяйстве, про коней, про что вы делаете здесь, чем вы занимаетесь. Мы вам все расскажем и покажем. А сначала надо проехаться на фаэтоне, чтобы вы поняли все это. А, на прогулочку? Да, да. О, да. Супер. Константин Васильевич, вот мне очень интересно, сколько вы занимаетесь разведением лошадей? Всю жизнь. Всю жизнь? Да. Сколько лет? Много. Как родился, я всегда был рядом с лошадьми. Мой отец работал на фермах, он ездил на лошади. Я всегда старался быть рядом, с ним вместе, возле лошади, на лошади. Иногда даже находили меня спящим в кормушке у лошади. Ой, было. Как в фильмах. Да, но вообще профессиональная деятельность идет у меня уже 38-й год. 38-й – это очень много, это очень долго. Это селекционно-племенная работа, это создание этой фермы, это открытие этой фермы. На сегодняшний день у нас 63 лошади. Из них 17 жеребят этого года рождения. 24 матки, 3 жеребца-производителя, остальные ремонтные, пару лошадей из рабочих. Мы разводим лошадей орловской рысистой породы. Угу. Это одна из древнейших, да. Это одна из древнейших пород лошадей, именно рысистых пород. Дело в том, что рысаков всего 3 породы в мире. Это американский, французский и орловский. И орловский. Вот у нас орловские рысаки. Специалисты говорят, что американский рысак – это серийный Феррари. Вау. А орловский – это Бентли ручной сборки. О, вот так значит, вот. Сейчас мы на Бентли. А еще говорят, кто не ездил на орловских рысаках, всю жизнь ходил пешком. О. Значит, вы про вас уже такое не скажут. Конечно же. Значит, вот этот орловский? Да, это орловский рысак Промах, сын метрополитена и провинции. Сколько ему лет? Ему 16 лет. Ну и чем вы занимаетесь сейчас? Сейчас мы занимаемся заготовкой кормов. Сейчас как раз идет уборка. Мы заготовили 2500 тюков сена, 10 тысяч тюков соломы. Уже зарезервировали 40 тонн овса для лошадей. В принципе, к зимовке готовы, но все, что мы заготавливаем, заготавливаем в долг, потому что с финансированием у нас, к сожалению, проблемы. Ну и кто вам? Никто не помогает? Почему? Помогают, друзья помогают. Хотите, я вам помогу? Спасибо. Буду здесь вместе с вами. Без проблем. Каждый день мыть их, кормить их. Да, хвосты расчесывать, гривы расчесывать. Зарплату не надо мне. Надо, да. Ой. Вы вот меня туда покормите хорошо. Хорошо. Приезжают здесь к вам туристы, дети, проводите ли какие-то экскурсии интересные? Да, конечно. У нас очень много гостей здесь бывает. И как с ближнего зарубежья, так и с дальнего зарубежья. В книге отзывов у нас очень много написано.
сожалению, знания, знания языков, точнее, не знания, не позволяют все читать, но там есть и на английском, и на немецком, и на китайском, и на японском, и так далее, и так далее. Очень много делегаций, посольства приезжают, очень много экскурсий деток, начиная с садиков, заканчивая уже лицеистами. Им нравится, мне это тоже приятно. Спасибо вам, друзья, за нашу экскурсию. Ну, друзья приезжают со своими детьми, мы можем покатать их на фаэтончике, а зимой катаем их на санях. Спасибо за прогулку на Бентли, настоящий. Да, пожалуйста. Ну давайте, идемте к нам в музей тогда. Хорошо. Давайте прыгаем. Пожалуйста. Здесь у вас офис. Нет, это не офис, это у нас класс-музей. Очень много экспонатов, подаренных наших, медали наши, кубки, грамоты, разного рода подарки еще. Да, и много фотографий. И фотографий много, и картин много. А что это за кубки? Ну, здесь большинство кубков, которые выиграли наши лошади, наши предприятия. Одесса, приз. Наши лошади бегали на одесском ипподроме когда-то. Красиво. Кубок президента Республики Молдова. Да, этот кубок за достижение, как это, достижение высоких показателей, да, племенного животноводства. Угу. Ну, кое-что у нас есть. Да. Это уже история. Ой, вижу вас здесь на книге. О чем вам эта книга? О лошадях. О лошадях. И кто рисовал эти лошади? Да. Вы рисуете? Рисую. Серьезно? В карандаше. Да, и давно вы рисуете? Так вы... С детства. Вы вообще талант. Что вы говорите? Красиво. И на сколько языках эта книга? Вот на английском. Русский. Да. Молдавский. Турецкий и английский. Английский. Вот на санях. Да. Ну вот мы с самого начала мои воспоминания. Вот они. Это я в детстве. Когда вы... Вот да, да, я, да, еще маленький, с отцом ездил. Ваша биография в этой книге. И биография есть. Вот, но это мечты. Так. А у вас какие мечты еще есть? Есть. Была одна мечта, которая не сбылась. Это ипподром в Молдове. И когда-то это была мечта, которую так я видел, просто воображал. А сейчас это мечта в виде макета есть у нас. Есть макет? Да, вот он. Вот это ипподром, это трибуны, это гостиница, это парковка, ой, это производственная часть. Это выполнила наша землячка, девочка отсюда. Но, к сожалению, все осталось на макете. Вы знаете, хочу сказать, что раньше Молдова ассоциировалась как страна любителей лошадей. Да. И, к сожалению, в последнее время это утратило свое значение. У нас больше любят лошадей под капотами сейчас. Но думаю, что эта любовь вернется, потому что у нас есть очень много любителей лошадей, которые занимаются лошадьми, которые тренируют, которые участвуют в соревнованиях. У нас есть несколько конно-спортивных школ в республике. Ну это уже хорошо. Уже хорошо. Есть чем гордиться. Есть чем, да. А в общем, на юге у нас, я рад, что сохраняются традиции. Я за этим и пришла. Вот. У нас они есть. Мы чтим это. Наши праздники и наши обряды. Ну, думаю, что вот та поговорка, или как правильно сказать, когда говорят, что пока жив народ, живы традиции. Пока живы традиции, абсолютно верно, будет живый народ. Желаю вам передать с той же любовью будущим поколениям все ваши традиции. И для меня очень приятно узнать настоящего коневода, художника. Спасибо. Спасибо вам за хороший прием. Am cunoscut un om deosebit, un om cu suflet mare, un bun gospodar cu un vis neîmplinit. Sper din toată inima ca visul lui să devină realitate și macheta să prindă viață și să devină mândria țării.
convingem că Găgăuzia este o regiune bogată în tradiții, locuri frumoase și oameni de valoare. De la Ceadă Lungă merg spre o localitate veche de peste 400 de ani care se numește Advarma. În călătoria mea din Găgăuzia am făcut deja câteva sute de kilometri la volanul Chevrolet Trax, dar cred că a venit timpul să trec pe la benzinărie. Satul Avdarma. Înainte aici era un câmp și un loc special numit Avdurma, unde se adunau înțelepții pentru negocieri și soluționările problemelor oamenilor. De atunci, în acest loc a fost înființat un sat, care a preluat numele de Avdarma. De departe am crezut că e o moschee, dar am greșit. Găgăuzii sunt un popor creștin ortodox, de aceea aceasta este o primărie. O primărie destul de mare pentru un sat destul de mic. Lângă primărie vedem un centru de afaceri. Ce găsim acolo vom vedea împreună, pentru că mă așteaptă o surpriză. Здравствуйте. Я ищу Михаила Язаджи. Я буду. Это вы? Очень приятно. Меня Диана Ротара зовут. Очень я рад. Путешествую по Гагаузии и собираю традиции, обычаи этого народа. Было бы очень интересно, чтобы вы мне рассказали про жизнь гагаузов. Про жизнь гагаузов? Я могу даже показать вам. Показать в маленьких экспозициях, которые выполняют дети, которые посещают Дом творчества. Mm-hmm. Пожалуйста. Где? Идемте в следующий кабинет. Идемте. Ой, так здесь настоящий музей. Да, эту красоту творят наши дети. Я, пожалуй, начну показать жизнь гагаузов. Вот давайте начнем со свадьбы. Можно историю немножко? Ну, конечно, мне интересно все. Жил богатый румын. Да. Вот. Он выдает замуж свою дочку за бедного гагауза. Дети даже сравнили дома. Видите, какой шикарный дом. Да, большой дом. А здесь дом покрыт соломой. Вот. Вот процесс свадьбы. Здесь мама с папой невесту провожают, а здесь мама с папой невесту встречают. Здесь танцуют, музыка, все как положено, как в старину. Это все ушло в прошлое, но мы с детьми решили показать, чтобы наши внуки, наши дети об этом знали. Ну, сейчас я вам покажу день святого Федора. Был такой обычай. Этот день никто не работал, абсолютно никто. Праздновали, гуляли. Развлекательный день. Проводили соревнования на лошадях, скачки на лошадях. Вот. Здесь первый, кто прискачет сюда, поднимался на жезла вверх, брал подарки, которые были завязаны. Здесь мужики эти, бочка, колобочки. Пили вино, гагаузское вино. Они тогда еще прощали друг другу вот эти грешки свои. Если кто-то обидел, вот они прощали друг друга. Вот этот день как раз. Здесь мы показали подворье гагауза осенью. Вот здесь осенью работала вся семья. Вся. И плюс невесты. Вот посмотри внимательно. Невеста втаскивает хлеб с печи. Да. Другая невеста корову доит. Доит корову, да. Здесь другая невеста моет. Виноград берет. Угу. Здесь уже мужики. Мужская работа. Вот крутят на прессе виноград. Вот. Здесь бочку ремонтируют. Ну, здесь это и молдавские обычаи тоже. Да, да, да. С виноградом. А вот здесь дедушка сидит у порога, видите? Вот он не работал, он считал ведра, сколько ведер вина отпускали по два. Ну, работал зато всю жизнь. Да, он заслуженно отдыхает. Конечно. Дальше подвал гагаузов. Одни мужики, только женщина несет закуску. Да. А здесь они не гуляли, не пьянствовали, а решалась проблема. Проблема, вот, допустим, что они посеют на следующий год. Допустим, чтобы не да. получилось, все соседи посеяли пшеницу, все соседи посеяли кукурузу. Угу. Они договаривали, ты можешь Иван сеешь то, я то, и это. Что-нибудь да уродится, а потом мы поделимся. Целую ночь они решают проблемы. Пили ведрами.
но были трезвыми. Здоровые мужики. Зато решили проблему. Да. Ну что ж, я вот тут расскажу вам немножко о свадьбе. Раньше приглашали на свадьбу на лошади. Я это знаю, потому что я сам когда-то приглашал к своей племяннице. Заезжает во двор, выходят хозяева, вот он рассказывает, куда на свадьбу, кто невестка, кто жених. И если в той семье есть молодая девушка, да, она завязывает, вот видите, я показываю, завязывает платочек. Платочек. Вот, или к парню, который, или же лошадке. И это что значит? Это означает, что он должен иметь в виду, что там есть молодая девушка. Так что она старалась завязывать самый красивый платочек. Как будто она раз показывает, что это самая красивая девушка у них. Вот такая жизнь. А теперь пойдем, я покажу вам пару экспозиций из жизни села. Идемте. Вот экспозиция. Это жизнь, история села. В субботу мама наряжала последний раз свою дочку. Когда последний раз, да, последний раз она плела косичку ей. И вся семья плакала. Вот брат играет на скрипке, жалобную музыку играет. Сестричка держит зеркало, другая сестричка поправляет ей платье. Мама плетет косичку, и вся семья плачет. Но это история. Они плачут не от того, что сестра, дочка уходит с той семьи, а потому что отец когда-то выдал ее замуж за нелюбимого человека. Ой. И поэтому они все плачут. Но это история, это было в селе. Но после этого у них жизнь сложилась прекрасно. Здесь тоже история. У нас в селе племенной бык убил человека. Да, здесь человек. Да, человек, а тут бык. И вот эти трое не могли его спасти. А как это было 50. Это? Да. Ну, обычно таких быков держат цепями. Ну, развязался, и не могли в строе спасти его. Это было в 59-м году. Грустная история. Расскажите мне веселую историю. Веселая? Да. Ну вот веселая. Вот. Жизнь гагаузок зимой. Да. Все в комнате. Одни женщины. Даже маленькая девочка. Вот, тоже. Люлечка тоже девочка. Да. Маленькая уже, вот видите, вот усыпляет ее, вот качает. Здесь плетет, здесь нитки делает. А чем занимались зимой тогда мужчины? Вопрос хороший. Ответ еще лучше. Мужики тогда были в подвале. Где? В подвале. Но они не пили, они не гуляли, они решали проблемы. Într-un timp atât de scurt, dintr-o expoziție atât de amplă, am aflat despre specificul găgăuzilor, tradițiile și obiceiurile lor, despre trecutul acestui minunat popor. Я еще здесь у вас заметила интересные часы. Кто их делает? Вообще-то тут все делают дети. Дети? Их не работа, да. Такие талантливые у вас дети. А давайте подойдем поближе. Да, давайте. Поближе. Они разные есть там. Вот, пожалуйста, часы. Ой. Это все дети делают. И знаете, что интересно? Да. Вот посмотрите, вот часы мельница. Да. И часы мельница. Да. Это сделал... Меньше немножко. Да, это сделал один мальчик. Этот увидел и говорит, Михаил Казович, я сделаю два раза больше. Так. И он его выполнил. Так и здесь, посмотрите, поближе подойдите. Вот часы большие. Да. И вот они. Маленькие. Здесь самое, два раза больше. Он сделал, мальчик Гуна Сашка говорит, я сделаю два раза больше. Валерка рассердился, говорит, Михаил Казович, можно я сделать четыре раза больше, чтобы выше было? И вот это мне нравится, когда они злятся. Это здоровая конкуренция. Так и должно быть. А то смотрите, еще вот это. Это китайское храм неба. Да. Да. Тут более 200 деталей. Его сложнее собирать, чем вырезать. Они у вас в продаже, это как сувениры, как подарки. Да, так что, пожалуйста, приезжайте. Приезжают, недавно были с Кипра, были с Румынии, с Турции. Они довольны, и дети. И дети довольны, конечно. Это же их не работа, они радуются этому. Конечно. Мулцумест, дамно Михаил. Втем. О, вы знаете наш язык. Чтиво так. А, ну а
ваш отец, очень интересно. Спасибо вам за этот урок. Я как послушная ученица послушала вас очень внимательно и учила, выучила новую тему о гагаузах, о их жизни, историю. И непременно расскажу своим друзьям. И детям обязательно. И детям, конечно же. Я буду рад. Да. Буду рад. Пожалуйста, приезжайте. Непременно. Вы для меня гость. Спасибо, спасибо. До свидания. Pentru mine gagauzii a fost o descoperire, un popor miracol care secole de rând a păstrat limba sa, cultura și creația populară. Descoperiți Moldova, descoperiți sudul țării, veniți aici în Gagauzia pentru că veți avea parte de o călătorie de neuitat. Sunt Diana Rotaru și vă dau întâlnire data viitoare. Pa! Новых встреч. У асеменя фрумусети, яр фрумусети. У асеменя... Ну, что мы делаем дальше? Сейчас я поставлю сковородку и поставлю массаж. Сделаю.